Добрый день. Хочу показать вам интересную штуку. Наши городские остатки тротуарных тумб, которые отделяли проезжую часть от тротуаров в 19 веке. То есть служили тем, чем сейчас служат бордюры. Здесь сейчас появится фотография, на которой показано, как это все дело выглядело в начале 19 веке. Тумб вот осталось 6 штук, причем тут с ним получилась комедийная история. Они все были закопанные. Но хорошие люди вот их откопали во время недавнего ремонта, поставили. Потом здесь загородили все вот таким забором. Люди повоевали. И так получилось, что теперь вот в этом месте, можно сказать, восстановили историческую аутентичность. Забор убрали, а тумбы оставили. Вот их 6 штук на весь город у нас осталось. Говорят, что это вроде как каменные, но если к ним поближе подойти, то действительно что-то гранит напоминает. Воссоздает аутентичность улицы. Это у нас улица Щедрина, которая вот вся почти состоит из старых деревянных домов, которые еще не успели пока до конца у нас снести и вместо них настроить всяких разных высотных особнячков. Кусочек улицы покажу. Вот такой он интересный и замечательный. Вот. А эта тумба, ну, похожа на то, что было, например, в Петербурге, про которые Ахматов говорил, что я как питерская, крепкая, как питерская тротуарная тумба. Вот они такие крепкие, до сих пор стояли и стоят.